Всем доброе утро. Вчера не закончил урок, потому что мы... Дадлутла. А ну еще раз. Дадлутла. Поспочеку сейчас. Аккуратно, у тебя шоколадные губы, не надо. Не надо, пошли мыть руки. Нет. Давай, нет, Кира. Бежим. Побежали. Ну давай, ну Кир, ну... Ну, сейчас посмотришь дальше интернет свой. Ну, надо помыть руки. Ну, ты видел, какая ты замазюра получилась? Мой руки. Аккуратно. Че, все фломастера. Все. Давай аккуратно вытремся. Бери вот это. Вот здесь все. Не надо тереть так. Покажи. Все, аккуратно вот так. Все. Беги. Тебе я сейчас принесу. Беги. Короче, вчера не закончил урок, потому что мы допоздна. Сейчас дам вам обдаться. Допоздна сидели. И уже пришли, легли спать. И меня тут ждет такая маленькая стирочка. Ну ничего, потерял, как раз она подойдет. Потому что я давно не гладила. И пора погладить. Так что такие дела. Сейчас еще смонтирую влог. Наверное, закину на канал. Пусть он выгружается. Там как раз он последний остались. Все. Куча синих, кстати. Я думаю, что-то синих вам дам, там не видела. Ну, ёлки, там где он? Вот он. Я возьму синий. Всё, беги. Кучу вкуснял. Да? А где зелёный? Нету там зелёного? Беги, всё. Давай, беги, смотри. Пойди только к себе в комнату. Я у себя буду сейчас гладить. Так что? Я у вас. Вот такие вот дела. Это такой день лосный, разваленный. Прям такой. К маме с папой пойдешь в комнату? Маме, папа. Ой. К себе. Понятно. Ну, короче, такие вот дела. Час, который час? 15:50, вообще как-то незаметно, как уже день пролетел так быстро. И у меня, короче, вот это, которое золотое кольцо Андрей подарил, там с камушком проблема, и Андрей поедет и решит эту проблему. Но, скорее всего, мы, значит, будет другое кольцо. Но он поменяет на какое-то более удобнее и лучше для того, чтобы не выпадало там ничего. Так что, ну, такие вот дела. Мы уже даже приблизительно знаем, которое мы хотим. У меня колечко. Андрей мне предложил, мне очень понравился этот вариант. Так что вот такие вот дела. Потому что это не дело, если опять выпадет. Ну, поменяем, нам ставят, например, обратно этот опять выпадет. Так что пришли к решению, что нужно менять просто. Такие вот дела. Весь день я справлялась с этой стиркой. Наконец-то справилась, но это не все. Половину я уже унесла. Половину вот еще на кресле там валяется, ну там белье валяется. А так вообще вся постель уже в шкафу сложена. То есть я справилась с этой стиркой. Ну как целый день? Я просто так ее гладила целый день. И смотрела сериал, там отвлекалась постоянно. Не будем об этом. Теперь кушаю арбузик. Сейчас пойду покушаю арбузик, а потом пойду за бутербродами, потому что я голодная. Проголодалась. Очень-очень. Буду красить ногтики. И Андрюша уже поменял колечко. Так что у меня теперь будет не колечко, а мне даже это очень нравится. У меня теперь будет браслетик. Так что я очень-очень счастлива. И завтра поеду уже к Андрюше, и он мне подарит его. Такие вот дела. Всем приятного аппетита! Так, а я накрасила, короче, ногти. Решила сделать желтые. Потом вот это, что на кожу попало, смоется. И накрасила немножко необычно. Взяла здесь блестящий топ, а здесь матовый. И покрыла блестящим топом полосочки, но их почти не видно. Это надо на темном лаке. Но
тоже так симпатично смотрится. Неоднозначно как-то. Так что вот так вот. Сейчас буду монтировать вчерашний влог и выставлять на канал. Так что у меня монтаж 2:30. Сейчас быстро смонтирую и буду спать ложиться. Доброе утро. Я сейчас буду наносить себе черную масочку для лица, для этого, для вот этой зоны Т от черных точек. И буду, короче, сейчас сделаю, наверное, комплексные маски. Одну, вторую, возможно, даже третью. Но одну, вторую точно. Привет, Луся! Привет, и на стол. Луся. Буль. Буль? Черная. Видела? Как мазутка, да? Ого, сейчас будет прикол. Прикол? Да. Да. Вот это прикол, конечно. Да, ты сейчас будешь... Как... На, снимай. Так лицо ж снимай, что ты снимаешь. Смотрите. Вот так вот наношу. Где? Ты ж потолок снимаешь. Вот, вот так. Вот так вот. Да. Вот так. Уже хочешь, чтобы запачкала камеру уже? Конечно. Мечтаю просто. Вот так вот. Давай, чтобы ты... Ты глаза себе краску не попала. Да, главное, чтобы в глаза краска не попала. Угу. А то это будет ужас просто. Так, боль. Тебе будет все. Тебе будет все запачкано в комнате. Вот так, все запачкано в комнате. Усы выросли. А, потекло. Потекло. Сейчас. Главное вот так сильно нажимать, и оно туда мажется, прям в кожу впитывается. Впитывается. Угу. А почему впитывается? Прям очень хорошо впитывается. Прям хорошо так. Угу. Короче, вот такую вот маску нанесла. Потом, я думаю, скорее всего, нанесу белую глину и под глаза. А потом будет. Короче, вот это под глаза. Это как патч, он увлажняет просто. Очень хорошо. Золотую, наверное, не буду маску. И есть еще такая, но я уже очень давно не пользуюсь. Хотя я часто умываюсь просто им как скраб. Ну там гель, скраб и маска. И вот я умываюсь, как скрабирую кожу постоянно. Нет. Давай зато блестящую нанесем. Блестящую маску? Ну это золотая. Посмотрим. Угу. Ты убрала? Я уже смыла все маски, посушилась. Вернее, помыла голову, помылась. Посушилась, накрасилась. И вот сейчас докрашиваюсь. Я только что посушилась. Перед этим накрасила какую-то часть лица, вернее, всю часть лица. И вот сейчас доделываю. Добавляю румян. Так что вот такие вот дела. Нашла очень-очень крутой канал. Мне очень понравились эти ребята. Видео, которое, ну, просто у меня высветилось, это вот это вот видео. Едем рожать. И это было очень мило, прикольно. И начала смотреть их канал. Очень посмеялась на таких видео, очень позитивные, веселые ребята, так что новые люди, которых я буду смотреть, это очень интересненько. В общем, вот такие вот дела. И что я буду еще делать? Что-то еще хотела вам сказать, я забыла что. Что? А, я буду собираться, потому что уже скоро буду ехать к Андрюше. Вот такие вот, вот дела. Нереально красиво. Все, я собралась уже. И иду сейчас на автобус. Жую леденец. Мятный. Давно, кстати, не ела мятный леденец. О, эта машина идеально подходит к моим ногтям.
Супер. Иду, одела шорты, потому что завтра будет жарко. И решила одеть шорты. А сейчас прохладно, и я белая вся, как сметана, и это жутко неудобно, я себя чувствую. И вот мне не нравится, когда люди на себя одевают летние вещи на незагоревшее тело. И когда приходит жара, я еще не успела загореть, вернее, я вообще даже еще не загорала. Приходится одевать себе вещи на незагоревшее тело. Это для меня просто трагедия, потому что мне не нравится, как это выглядит на теле, потому что это некрасиво, то есть получается полностью белое тело. И, короче, это выглядит ужасно. Поэтому мне нравится, когда на загоревшее тело одевают открытые летние вещи. Ну ничего, скоро поедем загорать. Так что супер. Красное солнце очень красиво. Возвращается жара наконец-то в Киев. Будет тепло. Так что может еще тут мишник загорать. Такие дела. Еду сейчас к Андрюше. Я думаю, я надеюсь, что мы все-таки пойдем гулять, потому что дома сидеть вообще не хочется. И, кстати, я попробовала сегодня накраситься новым карандашом для бровей. Меня поздравили с годом, потому что у меня вот каналу год уже. И у меня сейчас 622 подписчика. Для меня это очень ценно, важно. Я вас очень всех люблю. Потому что это правда нереально. Такая цифра для меня. Я вообще не рассчитывала. Хотя я рассчитывала, что у меня будет 1000. Я надеялась, что к лету будет. Но нет. Насколько все-таки это сложно, оказывается. Вот сейчас я в реальности окунулась такую, что это все сложно. Ну, таким тяжелым трудом, потому что монтаж забирает очень много времени, очень много сил. Также съемка забирает тоже определенное время. Поэтому это не все легко, как казалось раньше. И я пришла на остановку. 73-й должен подъехать через минут 10. Сейчас даже скажу точно. Да, через минут 10. Буду ждать. К своему молодому человеку. И оставляю на нем свои помадные следы. Вот такие вот красивые. Симпатичные. Да, потому что я очень соскучилась. Очень соскучилась. А зубы? Очень. Очень сильно соскучилась. Так что... Я постараюсь к тебе приехать. Идем, короче, на Воробьи. Да, мы еще можем ночью идти. Только на Воробьи. Рипоплет я просто от Бога. Возьми мои. Бейте, бейте, люди, тревогу. Воу. Полегче. Все такие загоревшие, а я беленькая, сметанка. А чё я беленькая? И чё ты меня вечно на дорогу выберешь? И чё-то непонятное происходит. Не, на пешеходный переход поставим. Сезон черничных развалов у нас начинается. Черничных развалов. Мы сидели-сидели и очень сильно проголодались и купили два бигмака, и будем сейчас идти домой. Сейчас, кстати, 0:50, то есть, короче, без 10 час. А мы едим вот эту полезную еду. Полезная пища, да, для всех. После 6 не кушаем, то есть уже следующий день настал, то есть после 6 мы еще не кушаем. Мы просто просыпаемся в 12. Да. Поэтому мы завтракаем. Да, это наш завтрак. Приятного всем завтрака. Да, всем приятного аппетита.